Чемпионат мира по футболу 2018 года стал мощным импульсом к развитию Самары. К масштабному событию город должен полностью преобразиться. Это и ремонт дорог, и благоустройство, и создание необходимой инфраструктуры для привлечения туристов. Новое лицо приобретет и старая часть города. Однако здесь сохранится исторический архитектурный контекст. Будут реконструированы памятники архитектуры. Спортивное строительство в Самаре тоже грядет грандиозное. Рядом со стадионом в районе радиоцентра вырастут 3 спортивных объекта, способные принимать соревнования мирового уровня. Федеральная программа предусматривает финансирование на один объект стоимостью не больше 500 миллионов рублей. Такая поддержка по 3 объектам получена. Это Центр водных видов спорта, это Дворец единоборств и это велотрек. Особое внимание Федерального министерства спорта привлек проект велотрека. Он будет иметь сборно-разборные трибуны и сможет вместить порядка 1800 зрителей. На совещании при губернаторе подробно обсудили и проект Дворца единоборств, в центральном зале которого планируют разместить 8 татами. Уникальным для Самары станет и Ледовый дворец. Сметы на строительство должны быть объективными в плане экономии бюджетных средств, но при этом для жителей региона спорт-объекты будут максимально удобны. А что касается функционала, то надо по максимуму делать так, чтобы как можно больше людей уделять. Помимо спортивных объектов, в районе радиоцентра создадут всю необходимую инфраструктуру. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.